Сегодня мы посетим Чайнатаун или китайский квартал, которому больше 100 лет и который находится в городе Инчон в Корее. Китайская культура, кухня, узкие улочки создают неповторимый и очень аутентичный вид, который не похож на остальную Корею. Привет, друзья! Вы на канале Teams Blog. В этом видео мы с вами посмотрим китайский квартал, в котором я сейчас нахожусь. Этот район появился в Инчоне в 1883 году. Сейчас здесь проживают дети и внуки первых китайских иммигрантов. И в настоящее время на этих улицах можно видеть в основном китайские рестораны, столовые и чайные. В этом районе есть и корейские заведения, например, заведения с видеоиграми. В Корее очень популярны видеоигры, а также различные лотереи и игры, где вы можете получить какой-то приз. Причем, если вы думаете, что в эти игры играют только лишь дети, то сильно ошибаетесь, потому что очень много взрослых корейцев проводит время в подобных местах. Стоимость игры обычно не превышает 2000 вон, то есть 120 рублей. Есть даже кабинки с кей-поп-караоке, в которых вы можете выбрать любимого исполнителя и спеть песню. Это китайская вывечка Юэбин, или лунный пряник, которую традиционно употребляют на праздник середины осени вместе с китайским чаем. Начинка из пасты сладких бобов или лотоса занимает большую часть пряника. Конкаль пан называется. 6 штук стоит 5000 вон. А если честно, сегодня здесь на улице настолько спокойно, что даже как-то не по себе. Китайские рестораны. Я здесь был, друзья, в воскресенье, и здесь просто что-то было невероятное, потому что все буквально было забито туристами, ну как туристами, корейцами, которые приезжали в китайский квартал, потому что даже для корейцев это тоже такая диковинка, потому что корейская культура, она немного другая, не такая, как в Китае. Если мы сравним с вами корейцу с китайской культурой, она совершенно отличается. Поэтому здесь, в таких местах, я был удивлен, что огромное количество корейцев здесь гуляет, пробуют местные какие-то, китайские, я имею в виду, сладости, пробуют китайскую еду. А это схема китайского квартала, то есть мы находимся сейчас вот здесь. Вообще, это огромный китайский квартал. Смотрите, а здесь у нас продают шашлычки. Вот, один шашлычок стоит 2000 вон. А три шашлычка стоят 5000 вон. Так, это шашлычки такие. Барбекю? Алем. А, то есть это у нас говядина. Говядина, вот такие маленькие шашлычки. А на обратном пути обязательно попробуем. Вот женщина на такой штуке готовит. Все. Тут, видите, зазывают. Тут можно и поесть, и машину поставить. Вот тоже китайские рестораны. Это все огромные здания, это все китайские рестораны. Тут наверх ведет такая лестница, разукрашенная вся. Это лестница императора в Чайнатаун. Красота! Суть в том, что если на каждую лесенку ты будешь смотреть, рисунка не будет, а если ты встанешь перед всей лестницей, то складывается такая картина, рисунок. Вот, ну и довольно это все смотрится, конечно, эстетично. Сейчас просто потрясающие фонари. Сверху идут как китайские фонарики такие, и как обычно в Корее везде эти таблички с указанием, с примечаниями всякими, с какими-то номерами даже. Если вдруг фонарь пригорит, наверное, можно будет звонить. Не знаю. А вот, кстати, посмотрите, даже у фонаря свой адрес есть. Т1РО 44 Бонгиль 1 Б2. Видите, даже у фонаря есть свой адрес. Потрясающе. А, друзья, пока мы находимся здесь, я расскажу, как добраться до Чайнатауна, который сейчас... в котором я сейчас и нахожусь. В общем, все довольно просто. Есть город Инчон. И, чтобы вы понимали, есть такая станция. Инчон – это желтая ветка метро. Вы просто садитесь и доезжаете до конечной станции. Это конечная станция Инчон. То есть город Инчон, конечная станция Инчон. То есть вы никак не ошибетесь, никак не проедете, потому что станция, она конечная. И если вы собрались в китайский квартал, приезжайте в Инчон. Здесь есть что посмотреть для тех, кто любит все такое азиатское, китайское. И еще раз повторюсь, что от корейской культуры это очень-очень сильно отличается. Поэтому обязательно приехать я вам всем рекомендую. Тут уже какие-то столбы поинтереснее. То есть это не фонарный столб, а просто украшение, какая-то скульптура. Вот. Смотрится уже гораздо-гораздо интересней. И знаете, я удивлен, что здесь есть просто потрясающие скульптуры. Мне нравится вот поросенок, если честно, собака не очень. А, петух. Так, кто это тут еще есть? А, есть вот козел. Обезьянка не очень. Козел, вот мне нравится баран, потому что с рогами. Так, ну и, наверное, из всех остальных мне нравится вот этот
Лев. А пишите в комментариях, какая из этих скульптур вам понравилась больше всего. Мне понравился этот... Кто же это? А, мне понравился этот дракон. Конечно, эти китайские арки, они смотрятся просто великолепно благодаря огромному количеству элементов, которые есть на этой самой китайской арке. То есть, если бы она была просто обычная арка, да, она не представляла бы себя никакого интереса. Вот, но так как... Эта арка, она вся украшена множеством, огромным множеством разных элементов. Конечно, смотрится все просто восхитительно. У каждого заведения, у каждого парка в Корее есть свои талисманы и персонажи, которых везде они, ну, вот в данном, например, месте используют. И на плакатах, на различных брошюрах. И вот в этом парке конкретно, да, вот эти персонажи, это... обезьянка и поросенок. Вот здесь они повсюду. Я сразу не понял, что это такое, но это, по всей видимости, естественно, эти персонажи, которые являются символами этого парка. Вот, но учтите, если вы сюда соберетесь, то что вам нужно подниматься довольно много и нужно одевать удобную обувь, потому что, ну, на самом деле, здесь, если вы не готовы там много подниматься именно вверх, в гору, то это, конечно, место будет не совсем для вас. Да, ребята, и опять же, сейчас вы меня можете хейтить, можете что угодно говорить по поводу моего мнения, которое я имею. Но, тем не менее, повторюсь, что в Корее парке несравнимы с российским. Здесь каждое дерево, почти каждое дерево, оно подсвечено. Для чего? Чтобы вечером это все было красиво. И раз мы с вами заговорили про корейские парки, обязательно в корейских парках есть туалеты. Причем туалеты для инвалидов тоже есть. То есть для мужчин, точнее, инвалидов, и для женщин-инвалидов. А в Москве во многих парках туалеты есть, это уже большой плюс. Но туалеты для инвалидов, они, как правило, только одни, да, и они... То есть один туалет не разделен, там, мужской, женский. То есть, предположим, если там женщина приедет в туалет, ей нужно ходить в тот туалет, куда ходил мужчина. Вот, а если, например, будет больше людей инвалидов, и у них из инвалидов будет очередь. Другое дело то, что в России нет, в принципе, удобной городской среды для того, чтобы можно было, ну, нормально перемещаться инвалидом по городу, для того, чтобы потом в дальнейшем они могли ходить уже в туалет. Что отличает Корею еще от России, от российских парков? Корейские парки отличают то, что есть обязательно краники с питьевой водой. То есть вот можно посмотреть. Вот, они, правда, сейчас не работают, потому что после зимы еще не запустили, да, систему. Но в целом, да, вот летом можно будет сюда пойти, набрать питьевой воды, там, попить бутылочку, либо там в чашку. Вот чашка, правда, на мусор вот чашка лежит. Вот, но, тем не менее, это очень-очень удобно. Потому что бесплатная питьевая вода, она должна быть в парках, чтобы люди могли, ну, элементарно попить, там, особенно в жару, потому что в Корее довольно жарко. Здесь вы мне можете ответить, то, что есть такие парки, например, как Зарядье, да? Находится в центре Москвы, один из самых лучших парков мира. Суть в том, что этот парк, он один. Я сейчас нахожусь не в Сеуле, я нахожусь в крупном городе в Инчоне. Нахожусь в китайском квартале. Хотелось бы, чтобы все парки страны в Рязани, в Тамбове, в Тамбовской области были такие, как парк Зарядье в Москве. Смотровая площадка сделана как такой корабль, она уходит, правда, в дерево, не совсем правильно, лучше бы она уходила вон туда, где открытое пространство, но сделали как сделали. А вот там, вот находится, видите, остров, это тот самый остров Вальмидо, где есть парк развлечений, аттракционы, про который я ранее уже делал видео, будет ссылочка на видео с острова. И смотрите, делать фотографии, фотографии стоят 3000 вон, саджин за одну фотографию. Я бы за такое, конечно, платить не стал, потому что я пошел бы, сделал фотографию самостоятельно, да, с любого ракурса, как мне нужно. Рядом с китайским кварталом находится Парк Свободы, где расположен памятник генералу МакАртуру, который напоминает победоносные подвиги генерала Дугласа МакАртура в боях в районе Инчона во время Корейской войны. Он был воздвигнут 15 сентября 1957 года, через 7 лет после победы в боевых действиях в районе города Инчон. В Парке Свободы также находится монумент к столетию дипломатических отношений между Кореей и США. Он установлен на самой высокой точке горы Инбусан. 8 гигантских треугольников смотрят в одну и ту же сторону с разных позиций. И говорят, что 8 башен имитируют форму паруса, символизируют людей, природу, мир, свободу. Он был основан в 1982 году. К столетию, ведь торговый договор между Кореей и США был подписан еще в 1882 году, то есть 100 лет назад. А смотрите, как классно, здесь в парке они разводят птиц, то есть у них есть вот такой птичник, вот с сеткой наверху, чтобы птицы никуда не улетели. Вот здесь есть виды птиц, есть индюки,
есть гуси, павлины даже есть, смотрите, кролики, то есть не только птицы, попугайчики. Так, вон у нас петух сидит. Здесь везде в Корее указатели, как заниматься спортом. То есть, во-первых, показаны, как разминаться. То есть поэтапно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть, чтобы вам уже дальше приступить к более серьезным упражнениям на этих тренажерах, вам нужно сначала размяться. То есть, смотрите, все тренажеры, они сделаны таким образом, то, что на них занимаются люди собственным весом. То есть все тренажеры у корейцев, на этих тренажерах в основном занимаются дедушки и бабушки. То есть нет такого, чтобы вы там, знаете, как у нас, добавляли какой-то лишний дополнительный вес. Вот так вот крутите, таким образом тренируете свои мышцы. Не знаю, насколько это действительно позволяет мышцам расти, но в форме точно держать вас позволяет. Всюду, конечно, здесь вот такие вот элементы китайского декора, и идешь так по улицам, и это очень, знаете, приятно, потому что, во-первых, здесь горы, то есть гористая местность, а во-вторых, вот эти элементы китайского декора, они очень, ну, украшают улицу. А здесь смотрите, как они интересно сделали, это вся стена, она с историей китайской, с элементами китайской истории, с какими-то значимыми событиями. Вот я так понимаю, это какие-то правители или выдающиеся личности, которые управляли Китаем, либо это, ну, воины, да, какие-то, которые, полководцы, точнее, которые вели Китай в светлое будущее. Вот, и здесь эпизоды с их участием красиво иллюстрированы, тоже очень интересно смотрится. И, как всегда, в Корее очень эстетичные кофейни. Посмотрите, насколько они модные, стильные. Почему-то нет таких заведений с едой какой-нибудь, непонятно. Была бы какая-нибудь пиццерия хотя бы, было бы вообще замечательно. Вообще, ребята, это не совсем тема этого видео, но хотел бы вам пожаловаться, потому что в Корее очень хорошо все с кофе, с кофейнями, но все очень плохо с обычной едой. Корейские заведения, щиктаны так называемые, щиктан — это столовка, по сути, они здесь есть, и здесь почему-то, что молодежь, что даже старые люди, то есть они все едят в этих щиктанах, хотя они могут быть не эстетичны, не красивые, но с точки зрения местных там вкусно. Я этого не понимаю, потому что хотелось бы больше, знаете, какую-то не только корейскую еду, например, как у нас, вот, знаете, в Москве есть депо, и там вот есть еда разных кухонь мира, то есть есть индийская еда, есть какая-нибудь австралийская еда, есть американская еда, испанская, да какая угодно, то есть немецкая, все кухни мира есть. Здесь же только местная кухня, и почему-то другого им ничего не надо. То есть они другую кухню вообще не едят. С чем это связано, я не понимаю. Для меня это немного странно, потому что хотелось бы больше разнообразия вот в плане каких-то международных кухонь. А здесь этого, к сожалению, нету. Ну, что есть, то есть. Хотел бабушке попробовать шашлычки, она говорит, карты не принимают. Нужно где-то найти кэш. ATM, и все? ATM. Непонятно. В общем, есть шашлычки, но нет возможности оплатить с карты. Я на самом деле видел там еще в другом месте шашлычки. Попробуем туда сейчас зайти. В общем, шашлычок стоит, получается, 120 рублей или 2000 вон. Сейчас попробую. Он очень маленький. Чисто вот так вот попробовать на раз. Я попробую, вам расскажу по вкусу. Там, смотри, да. Там удивительно то, что вот этого мужчины довольно чистое заведение. Смотрите, да, вот чисто, все, опрятно, аккуратно. Но здесь почти никого нет. Там сам не да. Пахнет непонятно. Надеюсь, это мясо свежее, я не отравлюсь. На самом деле, оно вообще безвкусное. Он мне предлагал чем-то острым посыпать, спайси. Вот, но я отказался, потому что, ну, зачем сыпать, если можно так поесть. Чем это, я так понимаю, просто ягненок какой-то. Лэмб ягненок. А был бы с кетчупом, был бы вкуснее. Но так это готовится не на углях, это готовится просто на гриле, то, мне кажется, не мешало бы все-таки это готовить на углях, чтобы более ароматно было, знаете. Вот так неплохо. 2000 вон, ну, как бы ты им не наешься. Но пробовать однозначно стоило. Здесь почему-то не очень-очень популярны эти штуки. Напоминает как будто что-то из баранины, не знаю. Мне кажется, конечно, не баранина, вот, но напоминает как будто из баранины. Здесь везде продаются, просто здесь, думаю, карту точно примут, потому что здесь требуется наличка, и везде без карты не принимают. Я тут попробую, мне кажется, она будет шоколадом, надеюсь, по крайней мере. Ван, иго. Ван. А, его. А, Кати. В общем, такая штука, она довольно тяжелая, кстати. Вот, еще нужно, наверное, кофе будет не взять и где-нибудь поесть, сидеть и кофе попить.
2000 вон, то есть 120 рублей. А сейчас попробуем это по вкусу, как оно будет. О, смотри, здесь какой интересный парк. Китайский, в китайском стиле. Вот было бы все-таки у меня с собой кофе, если бы я сейчас взял. Но можно было бы здесь посидеть. Я бы на самом деле в такое место бы сходил. Смотрите, какое эстетичное заведение. Вы можете себе представить, то, что это какой-то ресторан, наверное, да? А это обычная кофейня, потому что в Корее именно пьют кофе в нормальных местах и едят почему-то в каких-то столовках. Ну, в общем, нашел такую милую кофейню. Здесь, конечно, кофеек он чуть подороже, чем у нас в обычных сетевых кофейнях. Вот кофе американо, самый базовый, простой, стоит 3000 вон. Вот. Ну, зато так все миленько, аккуратненько. Ну, в принципе, как везде в кофейне. Наконец-то я попробую сейчас китайские сладости. По запаху какой-то, не знаю, на печеньку похоже по запаху. Знаете, само тесто довольно вкусное. Похоже на какое-то мягкое печенье. Бисквитное. В тесте ничего плохого не вижу, а внутри такая темная, знаете, из бобовой пасты, как я понимаю, сделана. Не скажу, что это прям супер сладкая, она не сладкая. Конечно, с чаем, с кофе она заходит нормально, как, знаете, какой-нибудь чокопай. Вот, но я думаю, что полезнее, чем чокопай. Похоже чем-то на мотти. Ну, знаете, как мотти с вкусным тестом. Мне, кстати, очень нравится, очень вкусно. Интересно то, что на крыше вот такие штуки от птиц, видите, вот иголочки. Это, чтобы птицы не садились и не гадили здесь. Вот какой-то памятник интересный. Вот такие вот ящики в Корее были в 1912 году. А вот такой был почтальон. Все-таки это корейская почта, и это корейский почтальон, который разносил письма. Сейчас я зашел в какой-то парк, он находится за забором. Даже не знаю, что это за парк, но посмотрите, вот эти ступеньки, камни, что-то китайское, везде все написано на корейском. Я переводчик специально включал, чтобы, не знаю, если что-то будет необычно, удивиться. Вот, но вообще тут довольно интересно, потому что ты идешь, и вот эти вот маленькие фонарики, ну, для декора, деревца, которые, ну, это, конечно, не бонсай, но что-то в этом стиле, которые вьются вот так вот. Конечно, такие вот невероятно узкие дорожки. Выглядит, конечно, все просто очень аутентично. Может, это дом китайской культуры какой-то? Не знаю. Вот видно, что они здесь поют песни, вместе что-то читают. Может быть, это китайский все-таки культурный центр? Это дом любви граждан Инчхона. Не знаю, правильно перевел переводчик или нет. Вот, написано, что дом любви граждан Инчхона. Довольно странный перевод. Вот, ну, я думаю все-таки, что это, скорее всего, какой-то культурный центр. Так кажется. Но мне нравится вот эта сама архитектура китайская. Само здание. Деревья подстрижены аккуратно. Самое, что интересно, здесь меня никто не остановил. Никто не подошел охране и сказал, сюда нельзя. То есть здесь можно так спокойно ходить. В общем, если честно, я уже запутался в этих улицах. Вот, чтобы вы понимали, тут весь Чайна-таун, он идет с самого низа до верха. И здесь очень-очень много улиц, они все между собой переплетены. И я не до конца понимаю, где я уже нахожусь, потому что я с одной улицы в другую перехожу, с другой в третью. Вот, но здание, конечно, просто потрясающее. Здесь, видите, для того, чтобы попасть внутрь, нужно разуваться. Я уже разуваться-то не буду. Вот, потому что не знаю, кто-то меня здесь поймет или нет. Если я буду говорить, например, там на английском, на корейском я, к сожалению, не смогу объясниться. В общем, но вот так это все выглядит. Люди там, можно посмотреть, они что-то читают вот в этом здании. Посмотрите, какая модная и стильная католическая церковь. Просто потрясающая. Мне кажется, то, что церкви РПЦ нашей нужно было бы сделать ребрендинг, чтобы быть тоже, ну, скажем так, в ногу со временем. Потому что вот такие церкви, ну, они как минимум привлекают, во-первых, к себе внимание, да, и привлекают более молодое население, которое более любит все модное, современное. Видите, вот Иисус. Вот даже можно потрогать за руку. Давайте посмотрим, как здесь все внутри устроено. Конечно, дизайн фантастический, если честно. В общем, ребята, в церкви шла служба, я туда уже не пошел внутрь, потому что там люди поют, читают молитвы. Вот, я не стал мешать, потому что там прямо она маленькая и битком забита людьми. Вот, но, опять же, по поводу дизайна, конечно, большой плюс
тем, кто делает церковь в современном дизайне. Друзья, спасибо, что смотрели это видео до конца. Напишите в комментариях, бывали ли в Чайнатауне. Если понравилось это видео, ставьте пальцы вверх. А мы с вами увидимся в следующем видео. До новых встреч. Пока!